Станция Березники сортировочные, парк Калийная. Шестое октября 2010 года. Материал снят камерой наружного наблюдения Калийного рудоуправления. Два посторонних гражданина выходят на железнодорожные пути станции Березники-Сортировочные. Машинист тепловоза Тихомиров, работая в одно лицо, проводит маневровые работы по станции. В условиях хорошей видимости машинист не наблюдает за свободностью пути и наезжает на мужчин. Маневровый тепловоз сбивает людей, и весь состав проезжает по ним. Составитель поездов Ситников при осаживании состава не следит за положением стрелок по маршруту, отсутствием препятствий и людей на пути. Маневровый тепловоз с группой вагонов движется управлением назад с 11 на 6 путь. При осаживании маневрового состава все вагоны проехали по этим же людям второй раз. В результате халатности работников допущен вопиющий групповой случай травмирования посторонних граждан на железнодорожных путях. Маневровый состав был остановлен только посторонними людьми. В результате наезда один гражданин получил ампутацию руки, второй смертельно травмирован. Береги свою жизнь. Железная дорога – зона повышенной опасности. Машинист маневрового тепловоза ТЧЕ-9 «Березники-сортировочные» Тихомиров за нарушение пункта 15.24 ПТЭ и составитель поездов станции Березники-сортировочные Ситников за нарушение пункта 11.20 инструкции ЦГ-790 железнодорожного транспорта уволены.